Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Плохие свиньи». Поехали. Так, мы с тобой... А разве здесь? Разве мы в песочнице? Нет. Мы с тобой вот здесь вот. Так, остановились мы, получается, на 13-й миссии. Даже вот так вот. Ну что же. У нас, кстати, скоро уровень будет. Ага. Не понял. Это чё? А чё это за прикол такой? А, вот! Вау! Нифига, друзья мои, я сам от себя такого не ожидал. Да. Так, отлично. Ну что? Так, подожди, а где у нас кормить свинью? Ты помнишь, а? Кстати, мы можем с тобой вот сюда вот зайти. Почему-то все открыто, я могу... Ну-ка, дай-ка я гляну, что у нас тут. Ага, это как бы другая часть, да? Они, в общем, на карте ищут, где спрятаны яйца. Точные расчеты, ну, все дела, да? Короче, очень тонко подошли к этому делу. Хотели взломать, и, как видишь... Угу. Значит, ох, елки-то палки. Шарик. И свинка. Полетели. А, я шарик могу лопнуть, да? В любой момент. Вот тут, видишь, ветерок дует, все дела. Сейчас я попробую эту звездочку забрать. Хотя... Нет, я лучше не звездочку, друзья. Давай, 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 катись. Вот так вот. Замечательно. Жалко, конечно, не три звездочки, но тем не менее. Так, а здесь у нас что? Ага. В плане, всего лишь одну мне дали. Зашибись. Ну-ка, давай мы сюда вот передвинем. Сюда сверху шарик. Стоп, нам вот так надо сделать. Да что ты делаешь, Рэй? Давай вот так, вот сюда шарик с собой воткнем. И вот так. Давай, полетели. Да-да-да-да-да-да-да. А звездочку-то забыл. Ну как так-то? Ух ты. Смотри-ка, что у нас с тобой доступно. Какая-то ракета. Ну, давай глянем. Вот здесь. Ставлю рамку. Шарики. Наверное, это будет как-то вот так выглядеть. Попробуем. Включаем. Блин, а как? А как же взять вот этот сундук? Объясни-ка мне на милость. Тут вообще где-то на обрыве у нас. Угу. Нужно будет подниматься наверх. Ведь так? Наверное, так, ребят. Ой! Сори. Не получилось. Точнее, я не то, что не получилось, я не успел. Вот. Оу! А как? Не, ну так дело не пойдет, ребят. Я что-то не врубился. Ну давай еще разок. Ничего не помогает. Не, ребят, это не то. Это не то. Я не хочу здесь. Можем мне как-то покинуть этот уровень? Я хочу... Что? Так это понятно, что если шарик, он полетит вниз. Это я знаю. Это все понятно, но... Если я сюда сделаю, он... Ах, во... Один шарик не вытягивает, ладно. Да как так-то, а? Ну что ты, ребят, за дела такие, а? Зачем ты это делаешь, Рэй? Ну ведь не так же все это надо. Ну
Не, ребят, я не понимаю. Так, у нас с тобой level up. О, давай крутить. Ну все, успокаивайся уже, успокаивайся. Ох, 50 гаечек мы получили. Это круто. 50 гаечек. Может быть, я просто опережаю события, а, друзья? Тут у нас что такое? Ведь обязательно по порядку играть или нет? Вот что я не могу понять. Тут еще, видишь? Так, 500 пятачков надо, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь, а здесь-то что? Вот это, почему закрыто, ребят? А, 100. Я понял. Ладно, здесь пока тоже мне никак не поиграть. Но давай попробуем вот здесь. Просто хочу посмотреть, что у нас тут. Угу. Играет в песочницу. Голодные, как всегда. Опа-на. Запах, запах пирога. Разозлили только повара. Значит, цель наша — захватить пирог. Ого. Это что это у нас такое? Ну, предположим, так. А это куда? Сюда? Электродвигатель. А куда я свинку должен? Хм. Вот так, что ли? Врубаем. Так, ну клубничку-то я забрал, это видно. Давай, давай, родной. Нет, 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 не получается. Я понял, кажется. Нам надо вот сюда, скорее всего. Ну-ка. Погнали. Прикинь. Вот, вот это я понимаю, ребята. Вот это круто. Раз, два и три. Опачки. Друзья мои, я выиграл какой-то пропеллер. Нью. Так, а мы можем кормить короля. Опа, клей достался. А что клей делает? Он свет... А, мы еще и уровень из-за этого, да, получаем? Или нет? Да, мы получаем опыт с тобой. Ух ты, на, мороженку ешь. Повар такой вышел, выглядывает, как я его угощение раздаю. На, кушай. Кушай, кушай, кушай на здоровье. Ну? Все, у меня больше нет еды, друзья мои. Еще мне язык показывает, а? Слушай, а мне понравилось, давай-ка мы с тобой пойдем на вторую миссию. Так. Мы находимся с тобой вот здесь, внизу. Раз, два, три. Свинку я ставлю сюда. Эти сюда. Вот так, попробуем. Ага. Пока все идет хорошо, друзья. А почему не засчитали-то? Почему, ребят? Ну ведь я же тронул. Ну что, двигаемся тогда дальше с тобой. Так, тут два куска пирога. Начинаем мы отсюда. Ну, слушайте, ребят, ну тут все просто пока. Ого. Ты посмотри, какой мощный двигатель. Или это не двигатель? Так, посмотрим. Вот так я все это дело поставлю. Врубаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёпрасота. Ой, блин. Слушай, не надо вот эту штуку. Давай-ка без нее попробуем. Что-то уж больно как-то. Быстро мы там побежали. Только не говори, что не хватает мощей. Нет, все хватает, ребят. Вытянет. Да-да-да-да-да. Давай-давай-давай. Отлично, ребятули. Все найс. А тут главное... Смотри. Не использовать двигатель. Вот этот. Хорошо, давай переиграем. Я просто хочу переиграть и посмотреть,
Если, например, нельзя использовать тот двигатель, а мы с тобой тогда вот этот вот поставим. Этот уберем. Давай проверим. Смотри-ка, все прекрасно. Найс. Три звезды. Так, а что это такое у нас? Что это такое? Я не понимаю, ребят. Опять он бросил свой носок. Опа. А, вопрос. Я начну откуда? Вот отсюда? Как мне тут интересно? Поедем так. Ага, сюда, сюда, сюда. Здесь забрать. Хм. Очень, очень интересно. К примеру, сделаю так. Свинью поставлю сюда. Сюда, сюда. И движочек. Ну-ка попробуем. Пока. Блин. Да ладно, ты хочешь сказать? Нет, не получается, ребят. Так, в чем же тогда была промашка наша? Может быть, вот так сделать? А тогда я провалюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, опять не то. Да как же так-то? Как же так? Почему? А, блин, у нас же с тобой движок очень мощный стоит. Ну, посмотрим. Да чтоб тебя, блин, тут перевешивает. Тут... Давай, поднимайся, не хочет. Да, это все понятно. Это все понятно, но... Не работает там ваша схема почему-то. Почему-то она не работает. Может быть, вот так будет эффективнее? Вылетел дурачок. Блин, да я даже не знаю. Ну давай вот. А так если, ну-ка попробуем, ребят. Давай, давай, давай. Вот так вот будет, наверное. А, нет, так нельзя, ребят. Так, свинотка, иди сюда. Блин, вот здесь вот идет перевес. И все, это хоть ты тресни, а. Как же быть? Как же тут можно сделать? Убираем. Может быть... Секунду, может быть нам сделать... Вот так. Слушай, а почему бы нет? Давай попробуем. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не так, 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 ребята. Слушай, ну прикольно получилось, согласись. Так, а что они от меня требуют? Не знаю. Здесь мы вообще, что ли, ни одной звезды не получили? Давай, срочно. Хочу посмотреть. Так, поедем вниз. Потом наверх. Это как так? Это что у нас за такие чудеса на виражах-то будут? Мы предположим свинюшку сюда, это сюда. А, кажется, я понял. Я, кажется, понял, что они тут. Они хотят, наверное, так же, да? Ну что, запускаем? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опачки, свинья вылетела. Этот пошел собирать. В принципе, ребят, неплохо, только надо, наверное, вот так вот нам сделать. Так должно сработать. Если движок не вывалится. Мне кажется, он вывалится. Нет, смотри, плавно все. Отлично.
Давай, 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 родной мой. Прекрасно. Такой, знаешь, чувствуешь себя каким-то изобретателем. На 3 звездочки, ну это прям найс. Так, давай-ка следующий уровень. Угу, опять кусочек торта. А тут, по-моему, все легко. Наверное. Ой, а это вот зачем? Давай я вот сюда поставлю колесо и посмотрим. Молодец какой я, как он у меня поедет? Не пойму, для чего перчатка вот эта дана? Так, ну-ка, подожди. Подожди ты, господи. Для чего перчатка эта? Не могу врубиться. А, свинюшку-то забыл посадить. Ну-ка. Я понял уже, что надо кликать. Ну давай. Нет, 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 ну это... Как же быть-то тогда? Я не знаю, как быть. Как-то у нас... Ёлки-палки. Ну, попрыгали. Давай, давай, давай. Такой довольный там. Свин радостный. Не, ну тут, ребят, я упаду, да и все. Может быть, вот так вот сделать? Ох, ничего себе. А смысл, да? Блин, да как быть-то? Как-то я прям даже не знаю, ребят. Во. Ну вот так не надо было делать. Ну не надо было вот так вот делать. Нет, почти получилось. Почти, ребят. Поехали. Ой-ой-ой. Ай, блин. Ржака, просто ржака, ребят. Давай, знаешь, что сделаем? Вот так вот поставим. Блин, я могу перевернуть ее или нет? Но... Да ядрен ты мат... О, хотя подожди. О! Сейчас мы с тобой... Тихо, подожди, не надо так делать. Кулибин, елки-палки. А ты будешь катиться или нет сегодня? А, она не может взять этот пригорочек. Понимаешь? Хотя... Да что тебе тут? Опять назад катимся. Опять назад катимся. Бедный свин. Нет, тут на месте топчемся. Не получается, друзья. Не получается. Я могу что-нибудь тут? Да это мне не надо. Магнит. Зачем я активировал магнит, ребят? Вот скажите мне на милость. Но ведь неспроста же там давали колесо, а второе, ребят. Так, давай переделаем. Так, это закроем. Вот так вот. Не уверен, что это лучший вариант. Ну и что ты вакаешь там? Поехали, вот.
А дальше-то? Да не назад, говорю. Ну, давай. Вот так вот, давай. Не, ребят, на месте топчется. Да что ты будешь делать-то, а? Как, вот так вот, что ли? Я не знаю, это... Куда ты? Не туда, блин. Ой. Ну давай, давай, скачи. Не, ребят, не получается. Я не знаю. Надо переигрывать какую-нибудь другую миссию. Давай вот эту вот, пятую. Пирог. А, так это... Это то же самое, да? Не могу, не могу я, ты понимаешь, не могу. Так, если вот внизу, например, вот так сделать. Как-нибудь вот таким образом. Дурацкая, да, идея, наверное? Хотя почему? Ну-ка. Вот почти. Да почему ты не хочешь наверх-то? Вот скажи мне на милость, а? Не хочет, а? Давай. Я не могу перепрыгнуть вот этот барьер. И все, ты хоть ты тут что делай? А еще получается? Я не могу. Не могу. Не хватает силенок ему перепрыгнуть. Ладно, ребят, надо, наверное, пробовать другую миссию. Так, давай что-нибудь, что у нас тут? Ага. Так, у нас левел ап. Крутим. Дайте мне джекпот, золотой вот этот двигатель. Или вот эти вот супер колесики, пожалуйста. Дают мне 25 тортиков. Ну что ж, 25 тортиков, так 25 тортиков. На, кушай. Жоркин. Знаете, мороженое, пирожное. Ешь целую кучу. Как ты только не лопнешь. Вон-то, видишь, повар твой наблюдает за тобой, за обжоркой, за этаки. Давай, 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 лопай. Я тебя еще не накормил. Картошечку или что это такое раз? О. Слушай, а для чего нам вот эти вот гайки? Я же помню, что они что-то нужны. Покупать или улучшать? Что, переел, что ли, парень? Ешь, я тебе говорю. Мне не жалко. О, какой, смотри, какой большой стал. Может быть, что... Так, для следующего уровня нам нужно с тобой 500. 500 опыта. Все, ребят, больше он, видимо, не хочет. Объелся. Ну, раз ты объелся, так... А что вот тут у нас? Ну-ка посмотрим. Так. Ага, свинка пошла, короче, на Хэллоуин со своими конфетками. Ну, я так понял, он, короче, объелся этих конфет, так и не донес никуда. Ладно. Я тебя понял, парень. Что? Ох, елки-палки. А что мне все... А, нет, все хорошо. Колесо с электродвигателем одно. Подожди-ка. Турбина. Это вот сюда вот, что ли, надо? Предположим. Ничего себе у него масочка. Как-то вот так должно быть, да? Стоп. А чего-то, говорят, не хватает.
А чего не хватает? Так, новое колесо приобрел я. А чего не хватает? Тут такой, тут такой. А, подожди-ка. Да что надо? Может быть, вот так вот? Не пойму. Где там подсказки-то? Ага, ну. Ага, вот так вот. Ну. Ёлки-палки. А это что такое, ребят? Спит он там, понимаешь ли? Я понял. Блин, это штука очень мощная. Понимаешь? Она такая мощная, что... Смотри. Мы прям чуть ли не летим, ёлки-палки. Нет, так не годится. Значит, мы сделаем с тобой поширше. Вот так вот. Поехали. Ну вы серьезно, что ли? Дурила, а? Так, может быть, вот сюда поставить, чтоб не перевешивало так сильно. Попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все? Я правильно все сделал, да? Вау. Ну смотри-ка. Ну все, 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 все. Только я одного не понял. Мы как бы прошли эту миссию или что? Ого, смотри-ка. А, нам нужно вот сюда попасть. Это же как я должен с этой штукой? С двумя, что ли? Ну, давай попробуем. Я боюсь, у меня... Поехали. Это перебор. Блин, я просто в шоке. Так, как сделать-то лучше? Может быть, вот так вот. Или вот так даже. По бокам. Не могу понять. Можно мне одно колесо включить? О. Ну. Все, сломался, короче, у нас наш агрегат. Слушай, может быть, вот так вот? Потому что ты заметь, перевешивает. Он задирается, когда летит на всей скорости. Вот смотри. Поднимает перед, видишь? Да чтоб тебя, так. Что тут можно вообще придумать? Ну тут никак по-другому не сделаешь. Вот должна быть что-то типа вот такой схемы. Не больше, не меньше, понимаешь? Можно разогнаться, вырубить. Не успел вырубить. Поехали. Вырубаем. Тут надо врубать. Вот тут не хватает как раз второго движка. Блин. А ну-ка. Попробуем. Разгонимся. Давай, 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 давай. А чего? Блин. Это птичка плешивая, она мне колесо подбила. Ну-ка, давай вот так вот. Ой. Оу. Ну, так, подожди, я могу. Либо-либо.
Не знаю, мне кажется, это колесо будет лучше. Проверим. Разгоняемся. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Слушай, он достал, а? А как быть-то тогда? Одно колесо 100% нас не потянет. Да ладно, серьезно что ли? Ну вот тут и оно. Этот главное не попал по нам, и это самое главное. Так, опять мы с тобой этот амулет должны подобрать. Ого, там прям, блин, сейчас будут американские гонки у нас с тобой. Сюда, так, эти колесики. Тут даже два движка. Ну что, запускаем. Погнали. Ох, коломаны. Зато это захватили. Слушай, мне кажется, я здесь просто слишком много газанул. Во. Тихо, родной. Ой. А почти получилось, ребят, почти получилось. Только вот, ну-ка, зададим скорость. Скорость зададим. Давай. Вот где-то здесь или где-то нам надо будет свой. Нет, не здесь. Или здесь. Вот. Ой. Ребят, я сундук получил. Я захватил сундук. И что в нем? Отлично. И еще вот это захватил. Ну вот, зашибись. А как я это должен был сделать без двигателя? Интересно, без движка я должен поехать. Ёлки-палки. Ого. Ну что же, давай что-нибудь с тобой изобретать. Колесо сюда. Колесо сюда. У нас движок есть. У нас все есть, и движок, и все, что хочешь. Может быть, как-то вот так вот. Так, свинку сюда. Тыкву сюда. Двигатель. Слушай, а вот это что такое? Ну, я как бы понимаю, что это фейерверк типа того, да? Но вот как он будет работать? Поехали, посмотрим. Я не в ту сторону. Развалилось все, не в ту. Я понял, вот так вот надо делать. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поздно. Слушай, ну, в принципе, ребят. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не хватает тяги. Слушай, а у нас там сколько фейерверков? Фейерверков 2. А если я сделаю вот так? И вот так. А, у меня здесь... Блин, тыква обязательно должна быть со мной, а? Попробуем таким вот образом. Эй! Какой перепуга ты туда-то крутишь, я не понимаю. Почему он в ту сторону крутит-то, эй? Двигатель.
Почему тут? Я не понял. Ну-ка. Зашибись. Вот ему хочется вот в эту сторону меня тащить, представляешь? Вся моя конструкция в хлам. Я не знаю, как тогда быть. Может быть, убрать одно колесо, может быть, тяжело. Попробуем. Поехали. Нет, друзья мои. Хотя, погоди, а если я вот так вот сделаю? А ну-ка. Оно же будет по центру как бы? Ну-ка, давай. Ой! Зашибись сделал. Тогда начнем с бутылочки. Подключаемся. Да ну как так-то? Ну как так-то? Ну... ну что тебе не хватает? Вот не хватает ему сил и все. Понимаешь, ему не хватает... да иди ты сюда. Ему не хватает сил. Все это как бы вытянуть. Вот этот двигатель мне тоже что-то, честно говоря, я не понимаю его схемы. Обязательно что-то должно быть. У нас с тобой... ну вот как я вот... вот как вот в обратную сторону, ребят? Я ума не приложу. О! О! Нифига! Ну, давай, 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 родной, вытягивай. Вытягивай. Так. Да ладно, серьезно что ли? Прекрасно. Да как без двигателя тут можно? Я не знаю, друзья. Слушай, ну прикольно. Прикинь, да, у нас перевернулась машина. И мы вот... все отлично у нас получилось. Так, ребятушки, очередная миссия. Ох, ё. Ну ничего себе. И начинаю я с самых-самых низов. Естественно, так. И вот так. Вопрос в другом. В каком направлении я должен двигаться? В плане, вы мне дали только лишь... погоди-ка. Ага. Стоп. Как они летят-то, я уже забыл. Ну правильно, да, по-моему, я сделал. Так. Нет. Верни мне свинку. Ведь так они должны. Посмотрим. Опа. Пардон. Пардонче. Вот так вот. Ну что, попробуем? Вопрос. Что я должен сделать? Я должен... чего? Я должен как-то забраться здесь? Что? Что? Как они себе это представляют, ребят? Как? Я вообще не пойму. Ну, давай посмотрим. Да это жесть. Ну-ка. Это вообще реально?
Они тут придумали от себя тем какое-то колесо-то хоть есть какое-нибудь другое, блин. Да. Нет, ребят, тут, наверное, надо новое что-то получать, потому что с такими колесами, ну, я вряд ли смогу. И с этими штуками тоже не смогу. Так, давай-ка мы что-нибудь, какую-нибудь другую с собой миссию. Что-то я немножко не понимаю вот этих вот. Что у нас тут за эти? Что я могу взять? А, точно же. Точно, точно, точно. Дергаем. Что нам тут выплюнет? Ну. Ага, скин. Еще с тобой давай. Чего, не хватает монеток? Блин. Я понял. А вот это что такое, ребят? Черепок. Ну ладно, пускай будет черепок. Так. Иди сюда, обжора. Дай мне еще что-нибудь нормальное. Клей. Кушай давай. Отрыжку он свою выпускает, а? Посмотри на него. Жуй. Еще? Мне не жалко, я тебе 16 тортиков этих скормлю через силу. Будешь. А чем больше он становится, тем больше награда, что ли, будет? Или что, ребят? Ага. Вообще ничего не дает. Давай, давай, лопай. Так, еще. Давай, хавай, хавай. Опа, клей дал. Ребята, вопрос сразу же. Клей для чего нужен? Чтобы склеивать детали или... Вообще ничего не дал. Напильники он жрет, ты понимаешь? У него напильники в животе. Все. Пока у меня больше ничего нету. Так. А что если я получу, например, 8 звездочек? У меня открывается дополнительный вот этот вот уровень, да, ведь? А можно мне выбрать? Что такое? Тут? Так, он нашел деревянный сундук. Вскрывает, и что в нем? Ух ты! Так, посмотреть, нет, не буду я смотреть. Так, в каком режиме я еще не играл? Да вот тут много режимов, ребят. Давай здесь попробуем, посмотрим, что тут. Давай заставочку мне. Ага. Свиндиан Джонс пошел на поиски, да, короче. Так, ладно, предположим. У нас есть вот такая с тобой конструкция. Ага, опять же, ребята. Проверочный. Поехали. На присосках все как полагается. Опа. Пирожное. Так, но мы с тобой... Друзья, ну как можно пройти без двигателя вот этот уровень? Ну как, я не понимаю. Видишь, что написано? Пройди без двигателя. Они издеваются, что ли? Но ведь это же невозможно. Или возможно? Так, подожди, давай-ка я переиграю. Я хочу, знаешь что, поднять сундучок этот со звездочкой. А для этого мне надо будет, наверное, сделать вот так. Как думаешь, глупо, нет? Попробуем. Он как раз должен головой задеть. Надеюсь на это. Но. Задел. А как тогда? А как тогда, извини, ну. Да, тут игра такая, знаешь, надо думать, блин. Ну так не получится.
Так он просто проедет и все. Нет, обратно меня не устраивает. Интересно. Ну ладно, фиг с ним. У меня звездочка. Давай следующий уровень. Так, начинаем мы с тобой отсюда. Но опять же присосочки, да? Опять же присоски, опять сюда. А зачем вот это колесо дали? Интересно. Проверим. Поехали. Ой, не туда! Или туда? Приплыли, да? Значит, вот это надо сюда ставить. Да чтоб тебя. Все, кажется, понял. Убираем это, вот это. Оставляем. А ну-ка. Попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да что тебе надо-то, а? А это что такое, ребят? Погоди-ка. Рубильник еще, оказывается, здесь есть. Так. Стоп. Поехали в обратку. Воу, воу, тихо, тихо, тихо. Трындец, все, я понял. Меняем. Вот так. Да ну что ты? Блин, слишком поспешил. Куда ты упал? Ну зачем ты рухнул-то? Господи, ты... Вот так вот. Попробуем. Не-не-не-не-не-не-не, вернись. Ты же звезду-то не добрал. Все. Обалдеть, у меня схема. Ты запарил, ну вот серьезно. Может быть вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вообще сломалось. А этот движочек не потянет? Такой медленный мень. А для чего он вообще тогда здесь нужен, если он не тянет? Он не тянет, он вообще слабенький. А рубильник на землю... Ну, нельзя его, да, так просто оставить. Еще разок. Посмотрим. Так, едь, едь, что ты? Но... Трындец какой-то. Ну давай вот так вот. Погнали. Блин, надо было не с этой стороны-то. Надо снизу. Вот сюда вот. И вот так. Попробуем. Поехали. Не туда! Тихо-тихо-тихо, не надо. Все, отлично. Да. Ну а здесь-то что? Еще разок. Ага.
Значит, липучки. Липучки у нас должны быть сверху. Если таковы будут, а они будут. Так, колесики эти сюда. Липучки сверху. Рубильник. Пилот. Я готов. Поехали. Давай, 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 давай. Эй, 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 эй. Ты задолбал. Ну что ты, как этот-то? Что тебе не имеется-то все, а? А как же тогда быть? Если он там не достает. Еще разок. Блин. Может быть, вот так вот? А? Попробуем. А, он запускает чисто вот эти колеса, да? Да как же так-то? Ну, давай вот так все-таки. Я даже не знаю, как тут... Как тут еще можно придумать? Попробуем. Да ё-моёшечки, ну что ты будешь делать, а? Ну... У меня фантазии просто не хватает, как, друзья мои, тут вообще можно заварганить. Эть! Ну? Да цепись ты! Опа! Опа! О! Слишком газульку передавил. Маленько буквально. Поехали. Давай, 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 жми. Так, присоски в обратку, да, крутятся? Вот оно что. Почему присоски крутятся в обратку? Значит, они должны быть находиться вот здесь вот. А это вот так. А вот как мне в процессе перевернуться? Вот это вопрос интересный. Да, свинотник, я тебе не завидую. А как тут сделать, чтобы... Ну, попробуем в эту сторону. Может, что получится с этой стороны? Да, с этой стороны мы с тобой просто взяли и прошли. Так, ладно. Раз, два, три, четыре. Свин Хрякович идет сюда. Вот это мне немножко не... А, веревка. А веревка-то для чего? Че я тут делаю? Блин, подожди. Так, рубильник сюда. Поехали. Хи-хи-хи-хи, вот хи-хи-хи-хи-хи. Так. До сих пор не могу понять, зачем веревка. Что от веревки? Толк какой от веревки? Скажи. Колесико. Одно должно быть, наверное, там наверху, да? Наверное. Ну что, попробуем вот так вот. Зачем веревка-то, а? Thank you.
Не хватает мощей, ребят, не хватает. Давай попробуем. Я, по-моему, ракету неправильно, да, установил. Да, я ракету неправильно установил. Она должна вот так вот двигаться. Самое обидное, что здесь нету этих колесиков, которые, как тебе сказать, на липучках. Вот даю ускорение нам. И все. Слушай, мне кажется, тут одна секция будет лишняя. Вот эта вот. Давай-ка мы без нее. И веревка, не пойму, для... зачем она нам здесь? Ну-ка попробуем. Опять не в ту сторону. Да господи, ну... Поехали. Молодец, молодец, молодец. Уже начинаю, ребят, тупить потихоньку. Поехали. Не туда. Рубильник, переключи. Нет. Обраточку давай. Ну это бред. Это бред у меня получается. Взрыв мозга уже. Сейчас начнется скоро. Так, что, врубаем? Ну что опять не так, блин? Что опять тебе надо, а? Что тебе вечно не нравится, а? Ну? Ума не приложу, как тут сделать? Ну тут же он не поедет тогда. Нет, а, все, я помню, наверное, на ускорении. Да ну. Я тебя умоляю. Ой, друзья мои, это трындец. Ладно, ладно, все, давай на сегодня закончим эту серию. Ну, это жесть на самом деле. Как вот сюда вот я... Как? Вот объясни мне. Здесь, потом сюда. И это все, друзья мои, без липучек. И вот сюда попасть. Да это вообще возможно? Вот с таким, что у меня есть? Мне кажется, нет. Ладно, ребята, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!